Соревнование мощностью в 100 лошадиных сил. В Красном Яре прошел турнир по конному спорту. Наездники, юные спортсмены со всей области удивляли умением управляться с лошадью, вес которой, к слову, достигает 500 килограммов. Ирина Трофимова тоже знает, как удержаться в седле. Скорость, выдержка и умение управлять лошадью. Конкур – один из самых зрелищных видов конного спорта. Общая протяженность трассы – более 500 метров. 11 препятствий, самое высокое из которых 130 сантиметров. Главная цель – удержаться в седле и преодолеть каждый из них в определенном порядке, не разрушив конструкций. Удачное прохождение – автоматически первый взрослый разряд. Получается далеко не у всех. Быть на коне в этом виде спорта – дело нескольких лет. Заниматься не 2 часа в день, а 4-6 часов. То есть не на одной лошади, а хотя бы вот 6-7 голов лошадей в день. Да, тяжело, очень тяжело, но приобретается опыт, приобретается, как говорится, сначала навык, а потом опыт, а потом и уже, как говорится, чувство лошади. А это самое главное в соревнованиях по конному спорту. Тут нужна поистине спортивная выдержка и не только в физическом плане. Сложно очень не волноваться. А лошадь волнуется? Да, и у лошади очень передается именно ощущение человека. Если волнуется человек, то лошадь тоже начинает нервничать. Пока юноши и девушки пытаются совладать со взрослой лошадиной силой, малыши верхом на пони. Послушным лошадкам даже костюмы шьют. Занятия конным спортом зачастую начинаются с уроков ухода за животными. По словам специалистов, главное занятие с лошадьми – это терпение и любовь. Регулярные тренировки можно начинать уже с 6 лет, а вот общение и уход полезны даже самым маленьким наездникам. До недавних пор на базе конно-спортивной школы был центр ипотерапии. Предназначены такие занятия для детей с нарушениями общественных контактов, усиленным социальным страхом и аутизмом. Правда, теперь они здесь не проводятся. Взять штат специалиста для конно-спортивной школы оказалось слишком дорого. Ирина Трофимова, Олег Айдаров, новости губернии.